Около 630 миллионов рублей будет выделено Дагестану на горячее питание школьников первых-четвертых классов. Деньги предназначены для школ, в которых имеются все необходимые условия. В школах, где нет оборудованных пищеблоков, питание младшеклассников, как и прежде, будет организовано за счет средств республиканского бюджета в таком же объеме, что и в школах с условиями. Правительство Дагестана уже выделило на это дополнительно 400 миллионов рублей, что позволит в три раза увеличить стоимость кормления одного ученика.